Советский курорт славился не только своими водами, не только своими грязями, но и курорт-залом. Поэтому это некая реплика, которую мы себе можем позволить, тем более она, в общем, проходит на ура, и мы видим, что у нас уже такая постоянная сложившаяся аудитория. Вот. Итак, начинаем наш сегодняшний вечер. На подмостках концертного зала «Сестрорецкий курорт» выступили солисты ведущих театров Петербурга, участники проекта «Midnight Opera». Открыл концерт солист Мариинского театра и участник популярного шоу «Голос» Лев Эльгард. Проекту «Midnight Opera» уже 6 лет, и он снискал популярность не только у поклонников оперы, но и у молодежной аудитории жителей Петербурга. Дело в том, что участники проекта исполняют не только классику, но и кавер-версии множества популярных музыкальных произведений. Это шлягеры как середины 20 века, так и многие современные хиты. Обернулся и не смог разглядеть следы. Лев Эльгард поведал о том, какие сюрпризы ждут поклонников коллектива Midnight Opera в будущем. Сейчас мы вообще сделали проект Midnight Opera Rock, и у нас есть и ритм-секция из Москвы, очень интересные музыканты, барабаны, гитара, клавишные и струнный квартет, и мы делаем обработки Depeche Mode. И сейчас делаем вообще огромную программу Фредди Меркьюри, которая будет в Риге 14 марта. На сцене Сестрорецкого курорта выступила и основательница проекта Midnight Opera Анастасия Максимова.